У Гомельском державном техническом университете имени Сухого отбылась масштабная студентская акция «Ворушинок». Она прошла в рамках республиканского фестиваля «Тыдень спорту и здоровья». По сутности, «Ворушинок» – это массовая танцевальная зарадка. На протягу нескольких дней она ладилась на великом перепынку ля головного корпуса ВНУ. Забавляльная здравленшая разминка объединяла больше за сотню жадающих. Под керавництвом профессийных тренеров студенты и супрацовники установы выконывали спортивно-танцевальные элементы. Упершыню акцию «Варушынак» провели по инициативе университетской газеты «Сушка». Яна накирована на популяризацию здорового и активного ладу життя молоди. Дречи, что год до акции долучаются не только студенты и супрацовники ВНУ, але и звычайные горожане. Этот год юбилей для нашего университета, ему исполняется 50 лет, и в этом году мы пригласили к участию в акции все университеты Гомеля. Это танцевально-развлекательная разминка, выполняет и оздоровительную функцию, потому что ребята выполняют определенные движения, ворушатся под музыку и заряжаются позитивом.